Мистер Пуки проснулся. Пуки, Пуки-Пуки. Опа. Приходит как-то стоматологу, ну, пациент, ну, человек. Говорит, здравствуйте. Что-то, говорит, у меня зуб болит. Не пойму, блин. Почему? Вроде зуб целый. Проблем ранее не было. Ничего холодного не ем, не пью, ничего твердое не жую. Он говорит, так, секунду. Сейчас посмотрим. Открывает рот. Работайте, работайте. Отвлекайте. Не понял, в смысле, что дальше? А что дальше? А что, не договорил сюда ничего? По-моему, все закончил. А, вы не поняли прикола? В том, что у чела зубов-то не было, смотреть ничего было. Давайте так, если смешно, не смейтесь. Потому что меня раздражает, когда в чате смеется кто-то. Мне трясет всего. Такое чувство, что будто с моей прической начинается это все. Значит, сколько волка не корми. Открывает рот, а там туннели. Этим пациентом был Жмышенко Валерий Альбертович. Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Значит, так как отпусти его. Пусть бы шел в свой лес. Не уходит, его же кормят, он не дурак. Короче, провел эксперимент. Положил телефон в темный мешок. Мешок в сейф положил. Произнес несколько раз... Электровафельница, скидка, доставка. На языке жестов. Достал телефон, проверил. Так это контекстная реклама все равно. Если к Магомету не идет карта, Магомет идет в гору. Мужчина должен быть королем в постели, шеф-поваром на кухне и Петровичем в ремонте. Как сказала Коко Шанель, маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Это для того, чтобы прийти на похороны мужа и иметь возможность подцепить следующего. Свет, а давай сегодня сходим вместе куда-нибудь. А? А ты чё молчишь? А второго сына мы назовем Сережей. Заниматься фитнесом выгодно, особенно если ты владелец фитнес-клуба. Интересно, те, кто производит прозрачные плащи, помогают экзибиционистам или лишают их интриги? Это называется анекдоты на уровне стендаперов. Это на сайте анекдоты.ру. Маленький одноногий мальчик встал, не с той ноги и упал. Мам, откуда берутся дети? Отсюда, ха-ха-ха. Какая милая девочка, сколько тебе грамм? Возраст это всего лишь цифра. Она не определит ум человека, его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни. Молодой человек... Либо паспорт показывайте, либо ставьте бутылку на место. Сколько я буду получать на должности учителя математики? 10 тысяч рублей. Как-то маловато. Тогда 100 тысяч.
На порядок лучше. Пил ты лагерь, чмо. Все. Менеджер оператора сотовой связи привез девушку на дачу, а она за городом не берет. Муж с женой дома сексом занимается, ебутся. Утром их сосед, старик дядя Саша, говорит: «Слушай, Николай, вы ночью, когда сексом, сука, занимаетесь, ваши крики и стоны, сука, по всему подъезду слышны. Делайте, сука, это как-нибудь потише, ёпта». «А как потише, ёпта? Рот жене скотчем залепить». Ночь, короче, муж скотчем заклеивает ебасосинку своей женщине, и они занимаются опять сексом. После первого оргазма муж кричит: «Дядь Саша, так хорошо!» «Да!» После второго оргазма: «И так хорошо!» «Да!» И так несколько раз. Наконец старик нервно орет: «Коля, убери ты этот скотч со рта жены!» «Почему?» «Потому что весь дом думает, что это ты меня ебешь!» Муж уезжает из дома и вернулся раньше. Жена с любовником Армином, он не знал, куда спрятаться, залез в колонку. Муж решил попеть в караоке, подносит микрофон ко рту и говорит: «Раз-раз» из колонки Аданаганаха. Парень приводит девушку домой, знакомится, короче. Та заходит в коридор и, бать, наклоняется, туфли снять и громко пердит. Смущается, смотрит под лу, говорит: «Ой, какая у вас люстра красивая». И парень отвечает: «В зал зайдешь, вообще обострешься». Парень провожает девушку до дома. Стоят они у дверей подъезда и целуются. Вдруг девушка забегает в подъезд, выкрикивая: «Я скоро вернусь». Через 5 минут возвращается, продолжает целоваться. И тут из окна высовывается брат девушки и кричит: «Блядь, Маша, посрать-то гораздо, а смыть кто будет?» Мужик приехал на Дикий Запад. Мужик приехал в Дикий Запад поохотиться на бизонов. Нанял себе индейца, проводника. Идут они по пустыне, бизонов нету. Вдруг индейец падает ухом к земле. Потом встает и говорит: «Здесь недавно пробегали бизоны». Мужик удивленный: «Откуда ты знаешь, индейец? Все ухо в говне, еще и теплое. Ты говоришь, что я красивый?» «Да, красивый. А как красивый?» «И так красивые. А вот здесь, отойду, здесь красивые. И там тоже красивый, товарищ лейтенант. Отдайте права, мне ехать надо». Сидит мужик в ресторане, листает меню. Подходит официант и спрашивает: «Вам что-нибудь подсказать?» «Да, скажите, пожалуйста, что это у вас такое оранжевенькое?» «Морковная запеканка. О, принесите мне 2. «Вы что, охуели?» У женщины-бухгалтера помимо месячных есть еще квартальные и годовые. Едет мужик в поезде. Напротив него сосед достает банан. Солит его и выкидывает в окно. Достает следующий банан. Проделывает все то же самое. «Остановись, мужик, не надо, не пощади, слишком смешно». Но когда сосед в очередной раз достал банан, посолил и выкинул в окно, то решился спросить: «Извините, но что вы делаете? Зачем выбрасываете? Вы знаете, терпеть не могу соленые бананы». Стоит девушка на мосту, явно собирается свести счеты с жизнью, подходит бомж: «Девушка, раз вам уже все равно, может, я вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины». «Козел, ты вообще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый». «Нет, нет, уйди». «Конечно, конечно, уже ухожу, я вас внизу подожду». Толстые стриптизерши никогда не перегибают палку. У моей бывшей был попугай. Эта ебаная тварь никогда не затыкалась. А потом птичка классная была. В аптеке: «Девушка, дайте мне 30 пачек презервативов». «Пакет нужен?»
Да нет, что вы, она у меня красивая. Так, ладно, все. Глухонемой подает записку продавцу, сколько стоит у вас этот торт. Продавец пишет ответ, он стоит у нас полгода.